я, наверное, сейчас рискну. Не надо. В руках телефончик. А ну еще разок! Не хочу летом свадьбу, но хочу, чтобы это было тепло. Ведь я когда-то тоже начинал с такого и не умел, даже не знал. Народная филармония! Мы немножко пошумим, ручки выше, друзья! Поехали! Друзья, ну что, мы на море. Вот. Выбрались, потому что в Днепре настолько жарко, что просто невыносимо. Тут в Бердянске, кстати, водичка уже такая классная, да, Зай? Да. Боится, правда, залезть в воду, вот, но я, наверное, сейчас рискну. Не надо. В руках телефончик. Ну, Зай! За сколько тысяч, да, Зай? Ну, мы рискнем? Нет. Ну, давай хоть чуть-чуть, Зай. Нет. Ну, плиз. Нет. Ну, Зай. Не хочу. Друзья, рекомендую всем на выходные ехать на море. Реально, на море офигенно, классно. Вода просто шикарнейшая. Зайчик, зайчик. Да. Все ты? Нормально. Как тебе отдыхать? Ой, шикарно. Боже, я не представляю ни одно лето без моря. Пиши. Да прям тебе. Только море, только вода, солнце и пляж. А на свадьбу мы куда поедем? И советую всем, друзья, на море отдыхать. Очень полезно для здоровья плавать, поэтому... Подкрепляйте свое здоровье и свою жизнь. Зая, на свадьбу мы куда поедем? Ну, понятное дело, что не в село, а на море. На море? Да. А что так? Не хочу летом свадьбу, но хочу, чтобы это было тепло. Друзья, пока типа там этот еще ничего не началось, мы танцуем и развлекаемся. Поехали. Подожди, сейчас музончик. Сейчас музончик будет. Культурная столица рулит! Главное, что слова не знаешь, но здорово. У вас тут сьогодні бути? Сьогодні для вас дуже цікаве та емоційне свято, тому що житлового масиву завітав вже по-справжньому улюблений проєкт «Народна філармонія». Культурно-мистецький проєкт «Народна філармонія» – це виступи кращих міських творчих колективів, театрів та кращих закладів. Абсолютно безкоштовно для вас, шановні наші дніпровці! Ми сподіваємося, що наша чергова зустріч сьогодні в рамках програми Бориса Філатова подарує вам чудовий та позитивний настрій. Так, а я нагадаю, друзі, вам, що ви бачите, в нас вже є ходулі, а також працює квокрим. Підводьте своїх дідусів, підходьте самі з батьками, розмальовуйте один одного, веселіться, жартуйте, тому що сьогодні буде весело, дуже-дуже весело. Для вас, Краснопілля. А це означає... Що це означає, Сергію? Що цей вечір буде дуже веселим. Цікавим. І цікавим, і... Чудовим. Так, так, так. Тому мерщій до нас. Будемо розпочинати. Народна філармонія! Культурна столиця! А ну еще разок! Вам тут весело? Вам тут круто? Мы продолжаем? Тогда поехали!
Я хочу позвать под ваши бурные аплодисменты сюда ребенка из первого отряда, уже, конечно, не ребенок, но хороший, крутой парень. Это Глеб! Глеб, идите сюда. Да, под ваши аплодисменты. Друзья, хочу от себя и от имени вас, просителей вас, наградить, Глеб, пожелать тебе счастья, здоровья, а наградить тебя за то, что ты помогал, учился, развивался. Хотя Ирина Витальевна и культорганизатор не верили. Где-то я с ними спорил, даже отстаивал тебя, чтобы ты крутил дискотеку. Вот. Я думаю, вам понравилось! Да! Вот что вы сможете ожидать. Я уже работаю в лагере 6 лет, и я хочу сказать, что уже каждый год есть и находятся дети, которые хотят развиваться, хотят понимать в этом, хотят крутить музыку и развиваться в этом. Ну а я, в свою очередь, всегда помогаю, и что наши вожатые делают, они всегда помогают развиваться вам в ваших начинаниях и пожеланиях. И я верю, Глеб, что в будущем ты прекрасно станешь таким же диджеем, как я. Ведь я когда-то тоже начинал с такого и не умел, даже не знал, где кнопки на компьютере и что они означают. Я думаю, тебе не сложно было там переключать два часика. Ну, я был в этом уверен. Глеб, хочу пожелать тебе, не оставляй то и не заканчивай то, что ты начал. Я верю, у тебя в будущем все получится. Вы согласны со мной? Еще бурно аплодисменты Глебу! Немножко пошумим. Ручки выше, друзья! Поехали! Чуть громче музыку и громче микрофон! Девчонка, красавица, красноплатье внучь. Музыку громче! Как звезды горят в окне, может, ты меня ждешь? Мы встречались во сне. Все мои бессонные ночи, все дороги вели к тебе. И все вместе! Моя, моя, моя неземная, как ты меня нашла?
тобой. Я любить обещаю, моя. Мы друг друга понимаем, мы научились громко и без слов. Я с любовью принимаю тебя, любовь. Всего вам хорошего! Молодцы, пятый отряд, вы лучшие! Давайте к тебе!